Здравствуйте, мои дорогие! Это опять мы, Мингус и Жанна из Шверта. Давно что-то не делала обзоров на косметические продукты. Решила рассказать о уходе за волосами. Что мне нравится, что мне не нравится. Из серумов, из масел для волос. Сейчас показываю, значит. Начнем о средствах по уходу за волосами, масла, ухаживающие масла. Что-то зашла в галантерейный магазин, долго-долго-долго выбирала, и решила я купить Dove. Вот оно идет в такой упаковке. Чем же оно мне привлекло? Привлекло оно меня, конечно, своей вот такой шикарной упаковкой. Вот она в открытом виде. Думаю, дай-ка попробую. В общем, купила еще одно. На всякий случай, почему я его купила? Потому что оно было очень-очень дешево со скидкой. Ну, думаю, буду пользоваться в отпуске. Возьму на море, буду там пользоваться. Это средство мне не очень понравилось. Почему? Потому что оно очень-очень жидкое. Не нравится мне, когда очень-очень жидкое масло. И оно как бы немного жирнит, конечно. Если его переборщить, то оно жирнит волосы. Вот так вот. В общем, закончится, покупать его не буду. Хотя оно вот такое красивое, такое вот все замечательное, не буду. Потом было со скидкой масло от L'Oréal. Тоже так все выглядит красиво, дорогая упаковка, стеклянная. В стекле всегда дороже. Разница чуть лучше, чем от Dove, потому что оно было погуще. Покупать не буду. Вот, было со скидкой вот это средство. Глискур интенсивный, нектар, 4 масла тут присутствуют, пишет вот 4 масла для ухода, ритуал. Идет оно в серии за уходы за волосами, значит, они привлекли шампунь, ополаскиватель, и, значит, вот это средство. Что хочу сказать? Вот оно вот, видите, оно вот такое вот густое. И вот это средство мне понравилось. Чем же оно мне понравилось? Тем, что оно густое. Берется так вот на волосы, на руку. Вот оно такое густенькое. Так беру. И вот так вот наношу. И даже если вы переборщили с этим средством, то она не жирнит ваши волосы, в отличие вот от этого средства. Вот. Ручки такие чистые остаются. Она не жирнит. Это вот сейчас вот волосами. А если пройтись потом расчесочкой, он так хорошо распределяется.
Так. Внизу в описании или на видео я напишу, как они называются, эти средства. В общем, будет со скидкой. Куплю еще. Потому что средств у меня много. Покажу сейчас самое мое любимое, прелюбимое средство. Стоит оно около 10 евро, по-моему. В общем, буду его всегда покупать, потому что оно супер. От Джон Фрида. Фриз из серум для волос. Очень хорошее средство. Вообще оправдывает себя на его деньги. Пользуюсь я им уже, наверное, лет 7. В общем, как в Германию приехала, я его покупаю и пользуюсь. И оно мне очень нравится. И буду я его покупать. Как-то шампуни и ополаскиватели на меня не произвели впечатления. А Джон Фреден. Но вот это средство очень мне нравится. Очень нравится. Продемонстрирую, как оно. Там, в общем, здесь вот поворачивается. Вот оно тоже такое вот густенькое на кончике волос. И по всей длине не образует жира на волосах. Волосы блестят. В общем, незаменимое средство на море. Очень рекомендую. В следующем видео расскажу вам о моих любимых расческах, которые у меня уже давно. Я ими очень довольна. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Я обещала про Essence рассказать, про мои любимые продукты. Там еще что-то я там накупила, расскажу. В общем, все. Очки накупила, покажу, какие. В общем, до свидания. Всем счастливых дней и прекрасных летних дней.